медицинским креслам, кровати, ультразвуковым ингалятором и рециркулятором, которые уже производят на предприятии, добавятся аппараты ИВЛ. Их выпуском займутся на Ульяновском конструкторском бюро приборостроения. Специалисты заверяют, аппарат сложный, состоящий из механизмов электроники, поэтому разработка ведется достаточно долго. Оборудование планируют производить как стационарное, так и портативное. Займется бюро и выпуском лицевых масок для аппаратов искусственной вентиляции легких. Маски у нас будут универсальные, иметь универсальные порты, подключаться к любым аппаратам ИВЛ, к мешкам АМБУ, чтобы проводить мгновенные реанимационные мероприятия. Маски также будут выпускаться у нас, трех типов размеров. Комплектующие для аппаратов ИВЛ отечественные. Так российские детали позволят избежать перебоев в поставках из-за рубежа. Одновременно с производством на предприятии модернизируют имеющиеся медицинские изделия. Губернатор Сергей Морозов поблагодарил руководство бюро за желание выпускать востребованный продукт в это непростое время. Глава региона также отметил, как важно сейчас обеспечить стабильность организаций и их загруженность заказами. Поэтому считаю главное, на чем сегодня нам надо сосредоточиться, это на концепции устойчивого, уверенного будущего. Вот давайте вот прям так себе это как-то вот пропишем. Коллеги, друзья, давайте начнем вот отталкиваться от концепции устойчивого, уверенного будущего. Такого, знаете, стабильного поступательного движения с постепенным приоткрытием отраслей экономики. Конструкторское бюро является системообразующей организацией. Однако в период пандемии на предприятии работает лишь часть персонала. Рената Алиулова, Юрий Конихин. Новости Улправды ТВ.